Ну что, пока на текущий момент забор у нас в таком состоянии, весь прожильник я прикрутил абсолютно, и часть уже досок тоже приделана, прострогана, прокрашена отдельно, как я и говорил. Единственное, что рейсмус, ножи для рейсмуса, которые сейчас продаются, они, судя по всему, одноразовые, ими только сопли можно строгать, и при том, чтобы сопли были не засохшие, потому что иначе они выкрашиваются, тупятся, и, ну, я купил новый, но не знаю, как они будут себя вести дальше. Теперь давайте по поводу продаж, когда уже мы будем открывать их, потому что постоянно люди спрашивают, ну, по понятным причинам боятся, что не успели, но на самом деле мы их будем открывать 30 числа, завтра, получается, сегодня воскресенье, да, в понедельник, потому что уже почти все готово, мед весь разлит полностью, и наборы почти мы тоже все сформировали, так что осталось буквально какие-то приготовления, но уже мы будем делать их по ходу, потому что, наверное, ждать уже больше не имеет смысла, так что завтра будет отдельный ролик еще с описанием всей продукции, как она упакована, как она будет транспортироваться. И плюс напомню, как сделать заказы, потому что обычно у нас через магазин ВКонтакте все это происходит, и плюс через Инстаграм. Так что все об этом подробно расскажу завтра. На этом на сегодня все. Сейчас очень много забот, поэтому ролики выходят редко, но я думаю, что ситуация исправится в последующем. Так что всем пока-пока.